культурным событиям и мероприятиям. 1 июня в Тверском городском саду прошел масштабный праздник, посвященный Дню защиты детей. Для маленьких гостей был организован концерт и большой увлекательный квест с различными интересными станциями. О том, как тверичане отметили праздник, увидите в нашем сюжете. В первый день лета в городском саду царит атмосфера счастья и радости. Маленькие виновники торжества получают подарки, угощения, участвуют в конкурсах, смотрят спектакли и играют в подвижные игры. Для юных тверичан 1 июня подготовили насыщенную программу, где главные герои, конечно, сами дети. Также в городском саду прошел уникальный квест, который был организован Советом многодетных семей. Игра состояла из 23 станций. Каждый участник квеста получил специальный маршрутный лист, с которым проходил станции, выполняя различные интересные задания. После каждого в него ставили соответствующие отметки. Дети получили заряд положительных эмоций от игры. Во время праздника в горсаду можно было получить и полезную информацию. Люди подходят за консультацией по мерам поддержки для семей с детьми. Народу много, но волонтеров у нас тоже очень много, и поэтому мы справляемся. Также была организована выставка «Под открытым небом», где были представлены рисунки и подделки юных тверичан. Именно дети – самые искренние и любопытные жители нашей страны. Именно их улыбки и счастливое детство – показатель того, что мы живем в великой стране – России.